В медучреждении Ямала в 2025 году поставят больше оборудования и транспорта. В рамках региональной программы по модернизации первичного звена системы здравоохранения на 2025 год количество приобретаемого оборудования увеличится с 50 единиц до 156. Это холтеры, реанимационные мониторы, рентгены, маммографы, флюорографы, аппараты УЗИ, а также оборудование для реабилитации. Кроме того, вместо 5 запланированных в регион поступит 7 автомобилей. Модернизировать планируются все медицинские учреждения округа. Региональная программа по модернизации первичного звена действует на Ямале с 1 января 2021 года. За это время больницы региона получили более 1000 единиц медтехники и 40 автомобилей. Программа рассчитана на 5 лет.